закончился зайцами. Первая синий угол, бойцу 29 лет. Рост 1,80 м, вес ровно 70 кг. Тренер Сайран Жолдубай. Он мастер спорта по щекбежи. Мастер спорта и чемпион Казахстана по джиу-джитсу. Профессиональный гол. 5 боев, 3 победы. Представляющий спортивный клуб «Жилы Ой» Казахстан. Bilamizki sportga juda qiziqadigan akalarimiz kanalimizda ko'p. Sizlar uchun ishonchli kommentariyada silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib barcha turdagi sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting va hisobingizni xohlagancha to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Рост 1,75 м, вес ровно 70 кг. Тренер Даврон Авалбаев Джасур Джаскокович Алижанов. Он мастер спорта по рукопашному бою и по боксу. Многократный чемпион Узбекистана, чемпион Азии, двукратный чемпион мира по рукопашному бою. Представляющий спортивный клуб Мурадов Легион Тим Узбекистан. Yeah!
Мотоциклдардан жұмысыздар! Жұмысыздар! Мотоцикл жұмысыздар! Gana, 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 gana!
Thank you.
безоговорочном противостоянии. Победу чистым нокаутом одерживает боец, представляющий спортивный клуб «Муранов Легион Тим» Узбекистан Ташкент Мухитин.